Приветствую, друзья. Хороший тест, который одновременно нужен для того, чтобы улучшить состояние, если есть психосоматика. Ну, во-первых, надо сделать следующее. Первое действие – это просто сядьте свободно и, не поднимая плеча, поверните голову направо до конца. Потом точно так же поверните голову налево до конца. И посмотрите разницу. Может быть, у кого-то нормально поворачивается и туда, и сюда одинаково. Может быть, у кого-то на пальчик разница, у кого-то на два разницы, у кого-то на три разницы. Вот у кого чем больше разница, тем больше проблем. Значит, где-то блок. Поэтому этому человеку нужно 20 раз в день по 10-15 секунд класть руку на руку и разминать это место, находить там болевые точки, разминать это место, ну хорошо, и с другой стороны, чтобы был баланс. Следующее действие. Представьте себе лимон, что вы жуете лимон, и посмотрите рефлекс слюны. Так. Теперь представьте себе, что вы принимаете душ. Да. Какой душ? Горячий или холодный? В голову сразу приходит. Да, и продолжайте принимать тот, который пришел в голову. А теперь добавьте туда действия, которые вы при этом совершаете, которые в голове возникли по памяти. Так. А теперь представьте себе, что вы зеваете. Да так, так зеваете, просто дальше некуда. Зеваете, 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 зеваете. Издевались. А теперь представьте себе, что вы положили руки на воду и представили себе, что руки пошли в разные стороны. При этом немножко начинайте покачиваться. Делайте это намеренно. Покачивайте слегка. Покачивайте слегка и пускай руки идут. Если они пошли, значит, здесь у вас все более-менее свободно, значит, вы можете сосредотачиваться на желаемом образе. А он вызывает рефлекторную автоматическую реакцию, точно так же, как образ лимона. Таким образом, сделали все это. И теперь в комментах мне напишите, что у вас получилось и что не получилось. Этот тест вам нужен для того, чтобы мы могли разобраться в следующий раз, когда ко мне обращаются за помощью, чтобы сразу мне сказали, шея у меня вот так, на пальчик, на два, на три, я делаю вот эти вещи, но мне помогает или не помогает, да, могли представить лимон или нет, могли представить душ или нет, душ был горячий или холодный, ну, чтобы вы все мне это сказали, чтобы мы там не повторяли это и время не тратили. Но вы заметите, если вы этот тест сейчас сделали, и если у вас что-то из этого получилось, то проделывайте каждый день в удобное для вас время хотя бы минутку то, что у вас получилось. И вы заметите, что с каждым днем вам будет легче, легче, легче от психосоматических всяких неприятностей. До встречи, друзья!